Прощай оружие. 22 американских конгрессмена потребовали, чтобы Соединенные Штаты отказались от права первого ядерного удара. Соответствующее послание они направили Обаме. Речь идет о превентивном использовании ядерного оружия против потенциальных врагов Америки. В случае, если США осуществит свои планы, может последовать полномасштабный обмен ядерными ударами и гибель мирных жителей, говорится в письме конгрессмена. Ранее идея отмена первого удара уже обсуждалась в Белом доме, но не нашла поддержки президента Обамы.